Здравствуйте. Очередная встреча экспертно-аналитического клуба. Послезавтра основной день выборов. И сегодня мы будем обсуждать то, с чем мы подходим к этому основному дню выборов. Напоминаю, что мы ведем запись мероприятия, и позднее сегодня оно появится на Ютубе. Однако, несмотря на это, правило Chatham House Rule никуда не исчезло. Если вы хотите сказать что-то, что не должно остаться в записи или цитироваться с вашим авторством, перед такой репликой, пожалуйста, сообщите нам, мы приостановим запись, а все остальные участники клуба будут знать, что с вашим именем эту фразу цитировать не стоит. У нас такой сегодня между собойчик организаторов экспертно-аналитического клуба. Модератор сегодня я в одиночку, а не как обычно, так что... Наши гости и наши одновременно гости-организаторы — это Юлия Слуцкая, основательница пресс-клуба. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Всех рады видеть очень. Валерия Костюгова, редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение». Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. И Вадим Мажейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований БИС. Здравствуйте, Вадим. Еще раз всем добрый день. Да, ну, тогда введение все, начинаем с вопросами. Первый вопрос, который у нас был заявлен, почему эта избирательная кампания получилась такой яркой? Какими были долгосрочные тренды? И начнем, наверное, с Юлии. Юлия, вопрос вам. Ну, почему же с меня? Ну, ладно. А вы стоите первая. Ну, мне кажется, что, безусловно, самое... Поняла. Безусловно, самое яркое, мне кажется, с моей точки зрения, вообще отличительная черта этих выборов, это то, что, наверное, за 20 лет впервые у нас есть некая интрига с финалом. Не знаю, согласятся ли мои коллеги, но мне кажется, что вот этого у нас 20 лет как не бывало. Объединение трех штабов, женский фактор, появление трех женщин как этаких символов. Ну, это тоже, мне кажется, очень яркие черты этих выборов. И я, наверное, тут дальше пасану коллегам. Да, хорошо. Хорошо. Валерия? Можно сказать? Валерия, хотите что-нибудь сказать насчет долгосрочных трендов, которые привели вот к такому предфиналу избирательной кампании, которая у нас сейчас? Ну, общим, я думаю, мнением является также и высказанным во время предыдущих обсуждений. Это политизация ранее не политических классов, не участвовавших в политике. То есть это целые группы социальные, которые раньше не высказывали интереса к политике. Именно это привело к вот такой яркой кампании, потому что в ней просто беспрецедентное число участников. Также это самая жесткая с точки зрения репрессий кампания. И репрессии начались сразу же после ее объявления. Они начались еще в мае. И по охвату этих репрессий, то есть задержаний, штрафов и тому подобное, то есть запрещение изменений законодательства или правил, вернее, потому что законодательство уже просто некогда менять. То есть правила избирательной кампании, то, что прежде было прописано в избирательном кодексе как нормы для конкурентов, по которым они не могут составить конкуренцию Александру Лукашенко, все эти нормы пришлось нарушать самому режиму, поскольку теперь даже по этим нормам он выиграть точно не может. И... ну, вот это вот мне... Ну, и, безусловно, если говорить о политизации, то мы видим, мы это и раньше называли, то причины ее стали
интернет-проникновение и фактически изменение медиа-ситуации, в которой очень много людей становятся производителями медиа-контента. Второе — это отказ государства от социальных обязательств и из-за этого политизация целой группы, целых социальных групп. Причем наиболее ярко это проявилось во время коронавируса и ходов государства по антиэпидемической политике. И, ну, третий фактор, может быть, он, тем не менее, мне кажется, он тоже очень существенный, это все-таки, ну, само, как бы, образование среднего класса и определенная финансовая независимость гражданского общества. Mm-hmm. Я бы хотела... Я бы хотела, чтобы Вадим добавил что-то, да. Потому что я наверняка упустила. Вадим, добавь, пожалуйста. На самом деле, да, я как раз то, о чем, наверное, больше всего хотел здесь сказать, это действительно это проникновение интернета, потому что мы, возможно, привыкли на это не так обращать внимание, по двум причинам. Во-первых, мы как бы в нас-то интернет, мы в него проникли уже достаточно давно, для нас он давно стал какой-то привычной вещью. Ну и, во-вторых, это такое интернет в каком смысле, как воздух, когда мы им дышим, мы его не замечаем. Тем не менее, по той статистике, которую я смотрел, если в 2010 году уровень проникновения был 40-47%, то на конец 2019 года это больше 80%. То есть рост практически, смотря по каким данным, но практически вдвое. И еще вот есть такая интересная статистика, которую ведет Белстат. Он считает совокупно количество сети абонентов сети интернет на 100 человек, абонентов как физических, так и юридических лиц. И если в 2010 году это было 57 на 100 человек, то в 2019 139. То есть проникновение интернета совершенно массовое, и это отражает факт, что если для кого-то, возможно, он не подключен там, для него еще каким-то образом частно, то у него есть к нему так или иначе выход, а если не он сам, то его там, друг, соседка. И это проникновение, действительно, это ведь не только доступ к информации, это также возможность ею и обмениваться, потому что за последние 10 лет, если считать, от 2010-го, помимо возможности просто односторонне получать информацию, возможность ею делиться, ее обсуждать, все социальные сети, мессенджеры, опять же, то, что для нас как бы, стало уж такой константой, вообще-то 10 лет назад это все было еще совсем не так развито, как сейчас. И, наверное, еще один то, что мне кажется важный момент, безусловно, помимо всего прочего, что уже названо, это еще какой этот интернет. Потому что одно дело, когда у людей в основной своей массе это был доступ к интернету с низкой скоростью, это, да, можно читать информацию, но там еще 10 лет назад далеко не для всех было доступно безлимитно, например, смотреть видео в HD, легко там смотреть потоковое видео, обмениваться там хорошего качества там аудио, видео, фото. Собственно, то, что во многом обеспечило, ну, например, рост тех самых блогеров, о чьей роли в политической жизни последние годы все мы уже много раз сами и говорили, и писали. И вот эти вот такие вроде бы просто цифровые технические вещи, ну, например, когда вот я сейчас среди политических новостей вижу на нашей Ниве пост про то, что в какой-то области 99% жителей уже обеспечены 3G, ну, на самом деле, мне кажется, это в значительной мере может обусловить какое-то будущее, в том числе доступ и не только к развлекательной, хотя и к ней, само собой, но и к возможности политической коммуникации. И вот такие вещи, они так или иначе, может быть, не столь очевидны, но влияют на то, про что мы сейчас будем говорить, и влияют на то, что мы видим за окном. Да, спасибо, Вадим. Ну, давайте теперь, наверное, я хотела бы дополнить, если да, можно. Юлия, пожалуйста. Антон. Да. Хотела бы дополнить немножко Вадима. Как ни странно, на эту ситуацию, то есть добавилось к такому проникновению интернета? Повлияла пандемия. Люди, во-первых, оскорбленные отношением властей к этому, а во-вторых, не доверяющие официальной информации, официальной статистике. Они просто полезли массово в интернет, они стали включать критическое мышление, они стали искать альтернативную информацию. Поскольку эти два слоя очень близко были друг к другу по времени, наложились,
то вот пандемия, она тоже вот таким толчком послужила к тому, чтобы людей, которые самостоятельно ищут альтернативную информацию в интернете, стало еще больше. Еще к тому, что говорили коллеги, я бы хотела добавить такой, мне кажется, очень важный фактор. Валерия, наверное, в общем, его уже упомянула, когда сказала про вот эти новые слои. Это просто чуть-чуть другая грань. Мы все помним, что где-то после 2014 года, после ситуации с Украиной, белорусский гражданский сектор, власти так слегка отпустили поводок. Особенно то, что касается культурных, языковых, просветительских и прочих инициатив. И за это время, на самом деле, вот этот сектор гражданских инициатив, я не буду говорить НГО, потому что не НГО, а именно инициатив, он просто очень сильно развился. И это, в свою очередь, повлекло уже вот такой высокий уровень самоорганизации, взаимопомощи, который мы отмечаем в этой кампании. Да, спасибо, Юлия. Ну вот это такое вот было про то, что имеем на данный момент, как бы, да. Давайте теперь поговорим о том, что можем иметь в каком-то отдаленном будущем. Вот третий вопрос у нас заявлен, звучит следующим образом. Что можно считать главными итогами этой избирательной кампании, которые будут иметь долгосрочный эффект для общественно-политической жизни? Давайте тоже по очереди, с учетом того, что Юля закончила, давайте, возможно, Валерия. Да, пожалуй, я начну. У меня есть несколько тезисов, которые могут показаться дискуссионными, но вот я хотела бы их высказать. Первое – это после этих выборов становится понятно, что выборов уже больше быть не может. То есть фактически Лукашенко лишен возможности избраться по существующему законодательству. Их больше быть не может. Я не знаю, как будет правящий класс с этим справляться, если Лукашенко удержится, но просто вести хоть какую-то декоративную, как говорили раньше, имитационную или еще какую бы то ни было избирательную кампанию, просто ну, уже невозможно даже вообразить, как она может проходить. То есть фактически мы на сегодня имеем полный запрет наблюдения, выбивание конкурентов еще до регистрации, аресты инициативных групп и вообще команд кандидатов еще до регистрации и на протяжении всей кампании. Уже даже доверенные лица, которые раньше пользовались определенным иммунитетом при наблюдении, не пользуются им. Сегодня было уже задержание доверенного лица. И мы все идем к тому, что задерживать будут уже просто избиратели на участках. Это мы точно увидим 9 числа. Так что избирательных кампаний в том во всяком случае первого лица, в том виде, в котором мы как-то прежде видели, то есть имитационных избирательных кампаний, уже быть не может, как мне кажется, вот пока Лукашенко, и если он удерживается. Вторая вещь, которую, наверное, мы можем знать наверняка после этой кампании, мы можем знать, что белорусы, так же, как накануне, это было 2 или 3 года назад французы, или как 2 года назад или год назад украинцы, в состоянии сделать массовое движение за 2 месяца. Это, мне кажется, очень и очень важный итог, который так или иначе это знание у нас уже не отнимешь. Ну и пока я бы на этом, может, остановилась. Да, спасибо. Ну, получается такая, да, искрящаяся ситуация, когда, с одной стороны, даже какие-то, вот, как казалось, безопасные формы для власти, типа выборов, которые там, в 2015 году были абсолютно вегетарианскими, они уже больше не могут проходить так, как они могут происходить, а с другой стороны, люди уже могут объединяться просто за 2 месяца. И это, конечно, ситуация очень напряженная. Ну, Вадим, доверенное лицо, кстати. Вот прокомментируй ты, пожалуйста, что, как ты считаешь, нас ждет в долгосрочной перспективе?
Ну да, как доверенное лицо, и как те, кто видит мой Facebook, знают, как я как раз благодаря этому имею возможность наблюдать на участке. И, конечно, когда коллег задерживают, это всегда не очень вдохновляюще, мягко говоря. Но, как всегда, постараюсь просто от такого негатива абстрагироваться. Я бы, наверное, начал вот с какого тезиса. Тоже, я думаю, все тут идеи, как всегда, про будущее дискуссионные. Мне кажется, если до сих пор белорусская дипломатия старалась компенсировать всегда потери на одном направлении, как-то переключить их на достижения на другом. Если портятся отношения с Европой, это всегда повод солидаризироваться с Россией, показать себя особо братьями для особой поддержки. А если, наоборот, чувствуется какая-то угроза со стороны России, то можно, как бы, на этом сыграв, как-то разморозить западный вектор. И это то, например, что мы наблюдали, да, последние годы, начиная еще с предыдущих выборов, ну и до этого, после Крыма. И, как мне кажется, сейчас мы приходим к ситуации, когда у нас, в общем, такая ведет дипломатическая война на два фронта. Потому что приходим к тому случаю, когда отношения с Западом и Востоком, они будут испорчены по разным поводам. Отношения с Россией портятся, мы видели, по невозможности, неготовности белорусской власти идти на какие-то серьезные интеграционные вещи, вроде дорожных карт. И сейчас мы видим это все еще, конечно, так на фоне остальной кампании выглядит, может быть, уже не так остро, но вообще-то все еще конфликт с Белгазпромбанком. И я подозреваю, что для «Газпрома» как собственника это совсем не все равно, это все еще большая проблема, даже если он сейчас о ней не так громко говорит. В том числе проблема имиджевая, потому что вопрос не только в том, когда у тебя могут что-то там так отбирать, а это же еще и вопрос принципиальный. А может ли «Газпром» себе позволить выглядеть так, что у него какой-то актив отбирают, а он это молча терпит и как-то воспримут в других странах? У «Газпрома» могут быть очень разные на этот счет опасения и взгляды. И тоже касается того же конфликта с вагнеровцами, если не принимать версию, что это какой-то сложный договор Минска с Кремлем, то, конечно, если это не так, то можно представить, какой это будет камень в уже далеко не тихое озеро наших отношений. При этом отношения с Западом скорее входят в очередной цикл сближения, отдаления и разочарований, когда снова все те, как мы помним, в 2010 году там были тот же Радослав Сикорский и остальные политики, которые имиджево вложились в какое-то потепление отношений и обнаружили, что вообще-то белорусские власти совсем не намерены в долгосрочной перспективе сохранять какие-то, может быть, неформализованные, но все-таки договоренности, как минимум о том, что мы движемся в каком-то направлении. И при этом, мне кажется, совершенно понятно, что сейчас белорусская власть совершенно готова закрыть глаза на то, как реагируют на что-то на Западе, и думать, просто пытаться спасти ситуацию внутреннюю, это слишком приоритетно стало. Поэтому вот эти конфликты с разной природой на Востоке и на Западе, боюсь, что в долгосрочной перспективе действительно заставят вести такую дипломатическую войну на два фронта, и это точно будет не лучшее для белорусской власти и не очевидно, как бы, для общества. Что касается именно общества, мне кажется, ключевое изменение понимания — это переход от этого осознания не просто отдельных там фальсификаций или неправовой среды, потому что, несмотря на все такое вот, казалось бы, любовь белорусского общества к ордунгу, но со стороны власти на многое люди готовы были закрывать глаза и не придавать тому значения. Так вот, от таких каких-то отдельных нарушений, мне кажется, осознание переходит к тому, что власть в принципе держит себя нелегитимно, и осознание того, что большинство не на стороне власти, а на стороне общества. В принципе, безотносительно того, насколько даже реально это ощущение, это, как ни странно, мне кажется, даже и не столь важно. Но всегда очень разное у людей и понимание себя, и поведение, если они ощущают себя меньшинством или большинством. Вот мне кажется, сейчас как раз переходит все в ситуацию, когда активная часть общества ощущает себя большинством, мейнстримом, теми, кто может вести и быть на острие. И это, думаю, будет дальше влиять на их действия. И, конечно, наверное, третье, я бы сказал, это такая более вариативная вещь, но
мы сейчас в такую видимую всем волну общественной мобилизации мы вошли, и она, конечно, такая выглядит очень вдохновляюще. Но мне кажется, тут два таких достаточно полярных варианта нам остается. Либо мы будем видеть, как эта волна столь же вдохновляющая будет продолжаться. Ну, потому, например, когда сегодня для того, чтобы, значит, не допустить каких-то опасных акций, как власть уже там перенесла футбольные матчи, правильно написали в Телеграме, ну хорошо, перенесли, но матч же потом рано или поздно состоятся. Нельзя же навсегда закрыть весь футбол в Беларуси, чтобы, не дай бог, там чего-то не случилось. И вот либо мы будем видеть какое-то дальнейшее действие этой волны, и она будет столь же сильной оставаться, и это будет трендом. Либо наоборот, потому что у меня есть большие опасения того, что когда люди вот так очень, очень сильно, ярко очаровываются, когда они не увидят, боюсь, что не увидят легкого и быстрого результата, а обнаружат, что, оказывается, это очень долгосрочная игра, если ты хочешь каких-то хороших изменений. Боюсь, как бы не привела столь быстрая и сильная мобилизация к столь же быстрой и сильной демобилизации, разочарованию и столь же быстрому и сильному переключению мыслей на эмиграцию, будь то эмиграция физическая или эмиграция такая внутренняя в себя, в свои личные дела. Ну и, наверное, последнее, мне кажется, то, что по итогам кампании, мне кажется, по крайней мере, я для себя осознал, это, в общем, то, что, мне кажется, очень долго и много, вот, когда я писал текст, как раз работал, вспомнил цитату Валерия Ивановича о том, что, Валерия Ивановича Карбалевича, о том, что обнаружилось, что формирование нации там продолжается, но оказалось, что совсем не такое, как об этом когда-то мечталось. Так вот, мне кажется, тоже касается и политических перемен, потому что многие их достаточно идеалистически себе представляли, и как-то казалось, что вот один шаг от того, как есть, это сразу какой-то конкретной конструктивной демократии. А мне кажется, глядя в том числе на то, что сейчас происходит на политическом поле, многие уроки, ну, например, которые Украина увидела в своей внутренней политике, и какую-то в том числе такую легкость людей на подъем, но часто не всегда осмысленную с пониманием, как что будет, иногда наивность людей. Вот эти все вещи, мне кажется, нам еще придется прожить, в общем-то, независимо от того, когда же закончатся выборы сейчас. И это то, с чем нам так или иначе всем придется столкнуться и работать, как бы ни сложилась ситуация 9 или 10 августа. Спасибо, Вадим. Юлия, что вы скажете насчет долгосрочных перспектив? Мне показалось очень важным тезис Валерии и верным о том, что вот выборы в таком формате в этой стране больше не состоятся, просто не могут быть, и поэтому неизбежно будет что-то другое. И я продолжу, наверное, тезис Вадима об изменениях в обществе, которые происходят. Вы помните, мы говорили, что в Беларуси очень специфическая ситуация, что есть около 10% сторонников демократии, есть около 10% активных сторонников Лукашенко, и между ними огромное-огромное болото, да, то есть люди, которые привыкли жить, как живут, которые закрывают на многое глаза, которые не выражают свои активные позиции. И, очевидно, мы не имеем, конечно, сейчас социологических исследований, то есть мы не имеем никаких инструментов, чтобы подтвердить, но мы видим невооруженным глазом, что произошел очень сильный раскол общества, что вот это вот... У нас точно уже нет 50% так называемого болота, что люди политизировались. Этот тезис подтверждает, например, то, что мы в нашем проекте «Медиа IQ» исследовали картины дня в медиа. И вы знаете, бывали, то есть не просто бывали, а очень часто картины дня в медиа государственных и негосударственных, они не просто не совпадают, у них нет даже одной точки пересечения. Вот одни и те же дни, а у них неделями нет даже одной общей новости. У них совершенно разные картины дня. Как будто мы живем совершенно в двух совершенно разных странах. Это очень любопытный феномен.
которая отражает вот эту расколотость, да, политизированность общества. Мне кажется, что очень важными трендами, которые будут играть на долгий срок, связанными вот с тем, что происходит с возросшей политической активностью, это тренды на взаимопомощь. Да? Мы видим, что компания «Честные люди» там самоорганизовались, и тем, кто не хочет выполнять идеологический заказ государства или военный заказ государства, силовой заказ государства, тем, кто готов уйти, им предоставляют возможность переобучиться, получить работу, там, условно говоря, в нашей самой успешной сфере, в IT-сфере. Вот такие вещи, когда люди помогают и организуют прям целые сети взаимопомощи, мне кажется, это тренд, который будет играть и дальше, и который, ну, очень классный, за него просто гордость берет. Ну, то бишь, толока. Толока. Наше все. Да, спасибо, Юлия. Давайте теперь тогда про более краткосрочные перспективы. Я думаю, я не знаю, мы можем это сделать либо в формате какого-то набора предполагаемых событий, либо в формате просто вашего прогноза на то, как бы, в какой стране мы проснемся 10 августа. И в, как, там, что будет 11-го, да? Потому что вот я лично, как бы, как я ощущаю это, и у меня вот после 9-го я вообще не очень вижу будущее, откровенно говоря. Но, возможно, вот вы видите. Поэтому давайте, Валерия, начнем с вас. Краткосрочное развитие событий. Валерия, вы меня слышите? Да, я вас слышу, Антон, но я бы признаться, если кто-то из наших гостей и зрителей готов дополнить вот по тем вещам, тем трендам, которые вряд ли изменятся вне зависимости от самого финала, потому что, ну, про финал я бы все-таки чуть позже поговорила, была бы признательна за какие-то добавления, за что-то незамеченное. У меня, кстати, и у самой есть одно, как минимум, добавление. Окей, я вижу руку от Александра Добровольского. Давайте тогда прямо... Александр, включайтесь, включайте камеру, включайте звук. Вот Лаврухин тоже хочет сказать, дай ему слово. Да, и Андрей Лаврухин тоже. И, кажется, Роза Маратовна тоже поднимает руку. Тем более. Так, ну давайте Александр все же. Ну давайте, после... да, по порядку, да, тогда. Александр Добровольский. Приятно вас видеть, очень интересно слушать. Я с интересом послушал, и мне кажется, очень много замечено таких очень важных факторов. Я хотел бы немножко развить, может быть, попытаться структурировать то, что сказала Валерия, соглашаясь в основном с остальными. Речь идет о том, что в этом году сложилось много факторов, целый ряд факторов, которых мы не очень-то, которые мы не очень-то знаем, которые еще предстоит исследовать, которые привели к утрате легитимности Лукашенко. Он фактически уже утерял эту легитимность, и это фантастический проект ее восстановить. Думаю, что это не получится. Думаю, что ковид был не причиной, а поводом, таким триггером, когда люди переключились на какое-то другое понимание, но то, что зрело, вот это надо изучить. Скорее всего, это и усталость от этого страха, чувство безысходности, то есть такие психологические моменты. Возможно, это какие-то кризисные явления, которые уже ощущались в разных сферах. Я хочу привести тут два таких примера, которые подтверждают то, что сказал Валерия, только немножко по-другому. Перестали быть актуальными два риторических вопроса. Кто вместо него и когда вы там уже что-нибудь сделаете? Первый вопрос звучал от всех избирателей, которым предлагали какие-то перемены, а второй звучал от более или менее активных людей, в первую очередь от бизнеса.
который не считал себя ответственным за ситуацию в стране. Так вот, проснулись люди, которые раньше не участвовали в политике, но самое главное, что произошло, проснулась социально-политическая ответственность бизнеса. И это уже не изменить. Я думаю, что это всегда было под запретом. Предпочитали, если раньше там можно было попросить что-то и сказать, а мы вам сделаем рекламу на что-то благотворительное, то потом стало таким, такой шуткой, что лучше попросить что-то на благотворительность и сказать, дайте, а то мы вам сделаем рекламу. Так вот, теперь бизнес проснулся, и это является первым, пожалуй, важным шагом к тому, чтобы изменилось принципиально общество, потому что недостаточно того, что проснутся люди. Изменилось общество, и уже власть не сможет действовать по-новому. Более того, я думаю, что на этих выборах, безусловно, побеждает Светлана Тихановская, и это уже будет не скрыть. И отторжение, нежелание подчиняться просто не даст возможности этой власти сохраниться. Спасибо, Александр. Андрей Лаврухин писал, что скоро уходит и хочет сказать пару слов. Андрей? Да, коллеги, пожалуйста. Добрый день. Да-да. Добрый день. Меня хорошо слышно сейчас, да? Да-да. Вот. Я, да, спасибо большое за предоставленное слово и очень интересно, на мой взгляд, существенные действительно мысли, которые были высказаны. Я единственное хотел бы добавить еще, значит, пару моментов, связанных с, во-первых, внутренней ситуацией, значит, так скажем, внутреннего контура, да, внутри общества нашего, что, так сказать, имеет место быть. Мне кажется, что вот эта новая волна, так скажем, небитых людей, да, продолжая вот эту терминологию, которую мы в прошлый раз закрепили, значит, имеет, конечно, очень маленькие, они только недавно политизировались, у них достаточно, они не искушены в этих вопросах. И вот то, о чем Александр Добровольский говорил, что мы будем изучать еще, кто эти кандидаты, как они, да, вот я бы хотел обратить внимание, что, значит, один вопрос, который в силу вот этой неопытности, наивности во многом и неискушенности остался за кадром, а зря, связан с, как раз-таки с тем, насколько здесь в этом присутствует все-таки Кремль, да? Мы понимаем, что он как-то присутствует, он не может вообще не присутствовать. То есть вот наивно полагать, все это понимают, что здесь, значит, вообще нет, да, это какие-то спонтанные действия масс там и так далее. Но степень этого участия, насколько как бы это управляемый оказался процесс или нет, это вопрос открытый, и вот это очень важный вопрос, который нужно будет учесть, поскольку, ну, я вот, так сказать, из общения, понятно, что это не исследование, но тем не менее из круга общения с бизнесменами, всякими там разными людьми, достаточно много людей, которые придерживаются точки зрения, что цена как бы свержения Лукашенко может быть в том числе состоять и в том, что Кремль нам поможет. Значит, и, значит, мы даже готовы там где-то, пусть введут этот русский рубль, значит, ну и так далее, да, то есть фактически это какая-то такая жертва суверенитетом, несмотря на все слова, в общем, да, такие из трибуны и прочее, но тем не менее, такие мысли вот у этой новой волны политизированного гражданского общества есть, они есть, это вопрос отдельного исследования, вот Андрей Вардамацкий, может быть, еще там, да, этим займется, где вопрос нужно будет ставить так, да, насколько вы далеко можете зайти в той цене, которую готовы заплатить за свержение Лукашенко. Значит, и вот в этой связи здесь важно, мне кажется, с точки зрения прогнозов, да, вот дальнейшее, на самом деле, при всей безысходности, вот продолжение этого, значит, да, с, вот, режима во главе с Лукашенко, важно понимать, что это одновременно может быть не самый худший сценарий в случае, если бы вдруг оказалось, что, значит, вот все-таки свергнут будет Лукашенко, но мы сами не знаем, как это произошло и благодаря кому и чему это произошло. Вот в этом смысле у меня такой сдержанный оптимизм, что все-таки вот эта политическая политизация, да, она, расширяясь одновременно, если бы даже не свергнули Лукашенко, что, в чем я, да, уверен почти на 100%, что, конечно, скорее всего, не свергнут. Тем не менее, это время, когда можно было бы не только расширить, но и углубить свою вот политическую, да, осведомленность в каком-то смысле.
Ну и что касается второй части, почему я вот этот вопрос и акцент, значит, поднимаю вопрос, поскольку, ну, на мой взгляд, это моя, опять же, такая спекуляция, скажем так, да, но она основана на каких-то данных там и прочих, вот, какой-то информации, но тем не менее. На мой взгляд, для Владимира Путина 2024 год — это время Че, когда он опять обнуленный начнет входить как бы Феникс, да, вот из этого своего предыдущего времени, когда его уже, ну, нужно создать такую ситуацию, когда его как бы нет, да, не было его как президента. Вот сейчас он начинает опять заново, чтобы там процессы идут те же самые. Сейчас там такая вялая, значит, вот движение, но тем не менее пока еще большинство, однако рейтинг его падает. И к 2024 году он может вообще иметь серьезные проблемы, аналогичные тем, которые были у Лукашенко, да. Естественно, возникает вопрос, какое событие может накачать рейтинг, насколько может как бы его авторитет и легитимность тем самым стать повышен, да. Очевидно, что для этого нужно определенное событие. И событие это из всех возможных сценариев, наиболее очевидно, это связано с Беларусью, безусловно. Да, значит, то есть речь идет не о прямой, конечно, инкорпорации, наверное, да? Но тем не менее, это может быть более какая-то тонкая игра, возможно. Но все-таки, вот мне кажется, на повестке дня этот вопрос, несмотря на там, будет 31-я карта, еще какие-то, там много всяких разных вариантов. Но вот этот, значит, те ошибки, которые сейчас сделал Лукашенко, значит, фактически, да, вот, производя такой рейдерский захват Белгазпромбанка, известно, что юристы уже давно посчитали, сколько уже на счетчике есть у Республики Беларусь, не у кого-то там, не лично у Лукашенко, а именно у Республики Беларусь. То есть даже если будет суд международный, то здесь очевидные аргументы на стороне Кремля. Значит, это вот пощечина с вагнеровцами, в которой сейчас есть такие версии, что там, возможно, это провокации или какие-то там дела, связанные с Украиной, да, которые... Но тем не менее, значит, Лукашенко повелся на это и дал оплеуху России, по большому счету, опозорив его перед, еще раз, да, так сказать, пнув носом перед всем миром. Все эти обстоятельства, ну, как бы, создают много изъянов, да, или это слабости Лукашенко, это слабости государства, по большому счету, поскольку вот Белгазпромбанк — это уже слабость государства, которая, безусловно, не будет, да, способствовать в том числе даже в открытом, честном, переговорном, да, процессе, когда он, например, будет касаться денег, связанных с Белгазпромбанком. Да? Насколько велики убытки, да, потери от, да, так сказать, возможной выгоды и так далее и тому подобное. Имиджевые там потери и все такое. И вот мне кажется, вот эти две вещи. С одной стороны, значит, Путин, которому к 2024 году нужно совершить какое-то героическое событие, которое могло бы поднять его рейтинг, а с другой стороны, достаточно наивное, неискушенное и в этом смысле очень уязвимое гражданское общество, да, вот, а с третьей стороны, да, тот режим, который действительно сегодня, я совершенно согласен с Валерией в этом пункте, что по большому счету это дискредитация вообще института выборов как такового. То есть вот это не значит, что там не появятся какие-то, значит, да, спойлеры, которые, возможно, там Сергеевич или кто-то будет, но все-таки институт выборов фактически дискредитирован целиком полностью. Вот в этом ситуации вызова делать ставку, если на гражданское общество предполагает, что мы должны как-то, да, ну, такая надежда у меня, вот такая надежда есть, и по-моему, это единственное, на что можно, это вот делать ставку на вот такое углубление политической культуры и в этом особенно вопросе. Я не исключаю, что власть тоже будет в этом вопросе усердствовать. И мне кажется, важно, чтобы вот по этому вопросу, по этому пункту был найден какой-то общенациональный консенсус, несмотря на все то, о чем Юлия говорила, на все расхождения, да, между властью, между источниками информации и так далее. Вот, мне кажется, это такой важный, архиважный вопрос, по которому все-таки и власти, и гражданское общество должны были бы найти этот консенсус. Но вот на чем он может основываться в условиях отсутствия, да, вот, собственно, то есть если бы это была политическая нация, тогда был бы институт выборов, тогда бы какая-то была, да, вот такие консенсусные вещи, когда пробуждается политический интерес, когда, ну вот в условиях заморозки, она очевидна, наверное, грядет. Да, как и на каком основании эту политическую культуру воспитывать и углублять, ну вот для меня это вопрос открытый и такой как бы непонятный. Вот такие
мысли. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я бы хотела сразу очень коротко ответить по поводу Путина и его 24-го года. Тот политический эксперимент, который проходит сегодня в Беларуси, полностью вообще исключает беспокойство по поводу рейтинга и у Путина в том числе. Мы идем к совершенно другим типам политических режимов, которые не будут нуждаться в рейтинге и не основываются на согласии большинства подчиняться меньшинству. Они должны быть какие-то другие, должны быть какие-то другие формы, не зависящие от популярности лидера. Это вот к моменту по поводу Путина и его заинтересованности в героических поступках. Нет, этот героический поступок сегодня совершает Александр Лукашенко, если он сумеет удержать свои позиции вот на силовом принуждении и нарушении всего собственного законодательства без на меньшинстве. Вот, это первое. И второе, что я хотела не от себя добавить, потому что это не моя мысль, это высказано по поводу долгосрочных трендов. Это высказано Сергеем Обломейко в одном из наших заседаний, где он говорит, что вот, наблюдая за развитием избирательной кампании, он отмечает следующее, что белорусское общество вступило в завершающую финальную фазу национального развития, поскольку люди, вот, которые высказывают причины выхода на улицу и поддержки альтернативных кандидатов, называют фактически три основных принципа создания нации, а это осознание памяти о национальном прошлом как общей судьбе, это тесная культурная коммуникация внутри группы в сравнении с другими группами, но имеется в виду внутри Беларуси в сравнении с другими народами. И третье это концепция равных возможностей для членов группы, то есть для белорусов. И да, действительно, я с ним совершенно согласна в этом. Люди, которые выходили и выходят сегодня, в общем-то, действительно демонстрируют все эти три пункта. Вот пока я бы на этом завершилась. Слово еще хотел высказаться, еще хотел Валерий Иванович Карбалевич. Пожалуйста, Валерий Иванович, включайтесь. Да. Действительно, очень важная тема мы обсуждаем. Правда, конечно, хотелось бы дождаться финала, потому что финал может очень сильно повлиять на все наши предположения и на все наши тренды. Он может быть разным. Я даже говорю не о победе Тихановской, я говорю о способах удержания власти Лукашенко. Они могут быть разные. И это будет иметь большие последствия. Но, собственно, я не об этом. Значит, тут несколько выводов. Первое. Мне кажется, что общество переросло не только политиков, но и политических экспертов. Обратите внимание, вот сейчас активно начинаем обсуждать, а какой тут российский след. Мало того, что об этом говорит власть, но вот об этом сейчас стали говорить эксперты. То есть логика такая, ну не может быть так, чтобы белорусское общество настолько созрело, чтобы было самостоятельным и вообще попыталось, так сказать, продемонстрировать свою волю. Такого просто не может быть. Это такой, знаете, огромный комплекс национального и государственной неполноценности. К сожалению, эта дискуссия, мне кажется, демонстрирует это наше. Второй момент. Эти выборы продемонстрировали совершенно другую линию раскола. Если до сих пор раскол был между властью и оппозицией, и той оппозиционной частью общества, где-то 20-25%, при полном молчании и бездействии, так сказать, всего остального населения, то сегодня мы имеем раскол именно между властью и обществом.
И это другая линия раскола с совсем другими последствиями. Значит, смотрите, до сих пор мы имели такой социум, где системообразующую роль играло государство. Вот государство – это тот скелет, который объединяло это население белорусское, единый социум. А, и это было до этой нынешней выборочной избирательной кампании. Эта кампания нам показала, что общество становится субъектом, субъектом политики. Именно в эту кампанию мы можем говорить о том, что наконец сформировалось гражданское общество Беларуси. Продолжая мысль Валерии, да, идет окончание формирования белорусской нации. А белорусская нация не может зацикливаться только на одном государстве. Вот. И фактически вот общество стало субъектом политики, и оно будет претендовать дальше, заявлять на эту субъектность. Власть же категорически эту субъектность отрицает. Следующий момент. В любом случае произойдет изменение политической природы правящего режима. Если до сих пор он опирался на два столпа – доверие общества и силу, то теперь первый столб исчез. Произошла делегитимизация государственных институтов как таковых, потому что тот правовой нигилизм, который продемонстрировала власть, он не может, так сказать, пройти без следа. Вот. До сих пор ведь Лукашенко, этот режим носил какой-то, знаете, плебисцитарный характер. Лукашенко через голову всех государственных институтов напрямую апеллировал к народу, все институты не работали, и было фактически два субъекта – президент, ну и молчаливое общество. Поскольку ситуация поменялась, Лукашенко потерял доверие общества, то теперь ему надо опираться на государственный аппарат. То есть государственный аппарат, это означает правящая номенклатура, приобретает роль субъекта, субъекта власти и субъекта влияния. И Лукашенко будет вынужден считаться с номенклатурой. То есть это уже не совсем полностью персоналистский режим будет, какой-то другой. И в рамках этого режима государственно образующими институтами будут силовые структуры, генералы КГБ. То, что в России произошло давно с приходом Путина, в Беларуси, это процесс этот мы видим на глазах. Затем, следующий момент. После этих выборов и общество, и власть получат тяжелую психологическую травму. Это будет травмированное общество и травмированная власть. В чем это практически может выражаться, какие последствия это может вести? Ну, сейчас сказать сложно, но это мы будем иметь травмированный социум. И, наконец, конструкт стабильности из Беларуси исчезает. Теперь общество пришло в движение, и это будет как бы движущееся общество, меняющееся общество, вопреки желанию власти. Причем желание власти проводить какие-то реформы, наоборот, резко уменьшится. Потому что именно негосударственный сектор стал, люди, работающие в негосударственном секторе, стали главным фактором уличных протестов. И Лукашенко поэтому будет блокировать любые попытки, любые реформы, которые бы сократили роль государства. И это значит, что конфликтность, она запрограммирована. И, короче говоря, мы получаем несколько другое общество после 9-10 августа, и это другое общество нам придется всем серьезно анализировать наново. Спасибо.
Спасибо, Валерий Иванович. Да, наверное, может быть, я немножко отреагирую. У меня тут накопилось, да, слушая наших уже гостей. Спасибо всем, да, за ваши комментарии. Вы, наверное, хотел вернуться к тому, по-моему, уже, по-моему, и Юлия, и Роза Муратовна говорили про солидарность, да, про краудфандинг. Мне кажется, это действительно та вещь, которая очень сильно меняет мотивации, меняет страхи людей. Я буквально недавно, не знаю, видели это видео, было вчера, когда гаишник, значит, пытался кого-то штрафовать за то, что у него были там флажки или наклейки на стеклах, и этот человек, он не успел даже дойти обратно от машины ГАИ до своей машины, как ему тут же в руки насовали достаточно денег, чтобы он мог этот штраф оплатить. Это мы еще даже вопрос, дали ему ли ему в итоге штраф. Он садился в машину, ему продолжали совать деньги под дворники. Понятно, стал, видя такое, никто не может после этого бояться, что его оштрафует ГАИ. Чего ж тут, собственно, бояться-то? И мне кажется, это, опять же, мы видели это вчера, когда на государственном там, празднике в Киевском сквере, когда диджеи поставили перемен, что было однозначно там видно? Однозначно было видно, что они точно ничего не боялись. Они понимали, да, что их могут уволить, но при этом, когда они говорили, что вот их на работе, значит, добровольно-принудительно заставили пойти на это мероприятие и там что-то делать, ну, честно говоря, это невеликая беда потерять такую работу, где себя так заставляют. Да, наверное, они понимали, что там могут быть какие-то репрессии, мы видим, что вот их там силовики избили, судя по тому, что были свидетельства, но, видимо, ничего больше придумать не могли. Да, они все свои сутки. Но глядя на истории того же там и фельдшера из Лиды, и вот этого парня из МЧС, которого в очереди к Самлюбаю арестовывали, они, в общем, видят, что они не останутся без работы, они не останутся без средств к существованию. Вот это действительно то, о чем сейчас говорил Валерий Иванович, вот этот негосударственный сектор, он вырос в достаточной степени, чтобы люди, в общем, не боялись потерять какую-то связь с официальным государством, местом работы. Люди, в общем, понимают, что и общественная солидарность, и наличие других возможностей эту работу найти, они достаточны для того, чтобы компенсировать какие-то страхи. И вот это такое внимание кирпичика страха, оно, мне кажется, в перспективе действительно очень важное. И что еще очень, мне кажется, важное, это умение не только солидарности, но еще и самоорганизации и мобильной коммуникации. То, что мы видели во время этих летних протестов, которые возникали достаточно спонтанно, и того, как люди самоорганизовывались, координировались, видели, что если не выходить, если не здесь, то они отходили на другую улицу, если не в этом районе, то люди выходили в том районе, куда милиция еще не доехала. То есть фактически в таких случаях людям не нужен какой-то лидер. Конечно, удобнее, когда, да, есть люди, которые координируют какие-то телеграм-каналы и делают это из-за границы, поэтому недоступны для белорусской власти. Но в конечном счете при наличии вполне минимальных ресурсов, хотя бы там тексту, интернета, доступного хотя бы на скорости для текста, и хотя бы нескольких людей за границей, которые, в общем, не обязательно какие-то моральные политические лидеры, всего этого становится достаточно для того, чтобы люди могли действовать. Мне кажется, это очень важные перемены, тоже вот о чем сейчас говорили, это развенчание вот этого мифа о том, что, значит, нам нужен кто-то, кто, если не он. То есть нет ожидания какого-то фантастического лидера, который, значит, все сделает за людей. Обнаруживается, что можно действовать и без этого. Мне кажется, вот это очень, еще одно очень действительно важное действие и важное изменение, которое, в общем, может влиять на происходящее. Спасибо, Вадим. До встречи. До встречи. Всем сил, там, терпения, удачи. Да, всем, и пусть, да, все будет, да, настолько все хорошо, насколько это возможно. Насколько возможно. Всех и обнимаю. А Юля Слуцкая тоже просит за нее попрощаться. Прощаюсь за Юлю Слуцкую. Все, пока. Счастливо. Пока и до встречи.